Россия ведет себя с Арменией как серийный насильник или сексуальный преступник, как передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ. Об этом заявил армянский депутат Арман Бабаджанян в ходе заседания парламента, посвященного событиям на армяно-азербайджанской границе. Он утверждает, что Россия может быть причастна к ситуации, сложившейся на границе. Бабаджанян считает, что ни Россия, ни ОДКБ не будут защищать Армению, и Армения должна выразить готовность сотрудничать с теми центрами силы, которые уже предложили ей военную помощь. Возмущенный антироссийским выступлением своего коллеги, член оппозиционной фракции «Процветающая Армения», депутат Артем Царукян в ответ заявил, что Российская Федерация – друг Армении. Уверен, что Российская Федерация выполняла и выполняет все взятые на себя обязательства, предусмотренные договором от 1997 года о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. И сейчас не та ситуация, чтобы мы пытались зачитывать здесь присланные из-за океана тексты, сказал Царукян.